Здравствуйте, в эфире программа «День города», с вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Колодец Авеля или дорогу в школу на Михайловском шоссе. В Рязани определили победителей проектов местных инициатив. 655 нарушений правил дорожного движения и одно смертельное ДТП. О том, что происходило на дорогах в первый день марта. Возвращение к цивилизации. В Шиловском селе благодаря прокуратуре восстановлено водоснабжение. От хорошего настроения до шизофрении. Как меняется состояние людей с наступлением весны и что с этим делать? В Рязанской городской думе чествовали победителей проектов местных инициатив этого года. Еще несколько лет назад был лишь один триумфатор, сегодня их 29. Всего на конкурс поступило 274 заявки со всей области. Общий объем финансирования составил 177 миллионов рублей. Местные инициативы – по-настоящему народный проект. Ажиотаж этого года – почти 300 заявок со всей области, кульминация доверия граждан. Новая спортивная или игровая площадка, обустройство парков и прилегающие территории, прокладка асфальтовых дорог. В этом улучшении своего микрорайона каждый может поучаствовать сам. Например, собрать складчину 10% стоимости. За каждым проектом это судьбы людей. Это ваш энтузиазм, энтузиазм активистов и, конечно же, поддержка власти, так как мы можем это делать совместными усилиями с администрацией города Рязани, конечно же, с правительством Рязанской области. В лице его губернатора. Поселок Никуличи в конкурсе фигурирует уже не первый год. При софинансировании властей здесь уже возродили местную достопримечательность – колодец Авеля. Обустроили дорогу в школу, настало время облагородить главную улицу поселка – третий нефтезаводский проезд. Для нас важно вообще все дороги. Почему? Потому что в поселок отказываются ехать даже скорые помощи. Поэтому для нас это самое важное – дороги в первую очередь. Мы отказываемся от всех других проектов, а вот только дороги делаем. У каждого из тех, кто набрал высшие оценки, бал, а таких проектов в городе 29, своя идея улучшения жизни. Кто-то намерен обустроить парк имени Попова, кто-то создать в Рязани специальную площадку для паркура и воркаутов ЦКПО. Власти помогут всем. В бюджете на это деньги есть. 177 миллионов рублей. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Фонд YouTube-блогеров «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца открыл в Рязани свое отделение. Его активисты познакомились с работой управления городского транспорта. Специалисты рассказали о функциях, задачах и особенностях организации работы. Подробно остановились на теме контроля за перевозками. Знакомство с городскими проектами, исполняющие обязанности начальника управления городского транспорта Ирина Черноусова, начинается с АЗОВ. Функции, задачи, организация, контроль за транспортом через систему ГЛОНАСС. Обратная связь налажена четко. Поступает жалоба от граждан. Если есть возможность, мы связываемся со связываем непосредственно гражданина со специалистом, но просто есть определенные граждане, которые желают услышать непосредственно начальника управления транспортом. Но здесь уже принимаем по обстановке. При наличии его на месте и возможности ответить на вопрос, вопрос непосредственно связан в настоящее время со мной. Так мы выделяем тот же самый четверг с 4 до 6, то есть секретарь подает определенный список с номерами, куда мы просто звоним, ну, и либо лично, либо как-то связываем. Вопреки расхожему мнению, коммерсанты перевозят людей не по договорам с администрацией. Сейчас все отношения регулирует федеральный закон, поэтому в случае недовольства частными извозчиками требовать от мэрии разорвать договор – ошибка. На нерадивых предпринимателей есть другие способы воздействия. Еще на одном мифе якобы преднамеренном уничтожении и банкротстве управления рязанского троллейбуса Ирина Черноусова остановилась акцентированно. Мало того, что он обхватывает 21 автобусный, 15 троллейбусных маршрутов, то это практически две трети от того количества, что обслуживают у нас коммерческие перевозчики. То есть очень большой объем маршрутов находится, скажем так, в ведении муниципального унитарного предприятия управления рязанского троллейбуса. Это, скажем так, первое. Второе, конечно же, это трудоустройство очень большого количества людей. Мы неоднократно говорим, что у нас на муниципальном предприятии работают до 1000 людей. И третий, немаловажный фактор, который является немаловажным непосредственно для каждого, для населения, в том числе, даже не в том числе, а именно население города Рязани, это то, что МУП и РТ у нас является определенно сдерживающим фактором для коммерческого перевозчика. Свой сдерживающий фактор активисты преодолели ближе к концу разговора. Они сами предложили оформить на остановках антивандальные таблички с расписанием. В управлении транспорта идея пришлась по душе, как и совместное обсуждение, создание отдельных полос движения для общественного транспорта и опыта других городов. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Первый день весны в регионе зарегистрировано только одно ДТП с причинением травм. И хоть цифра небольшая, но последствия серьезные. Два человека погибли. Подробности происшествия в следующем материале. Появились подробности аварии со смертельным исходом в Рязанской области. Сотрудники госавтоинспекции показали кадры с места происшествия и дали официальный комментарий. В Рязанском районе на 5-м километре автодороги Рязань-Люгово 64-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Форд», по предварительной информации, совершил касательное столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» и «Жигулями» 14-й модели. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Форд», а также пассажирка ВАЗ-2114 от полученных травм скончались на месте автоаварии. Пострадал и водитель ВАЗ-2114. Его госпитализировали. 2 марта произошла новая авария. На Ряжском шоссе фура столкнулась с иномаркой. После ДТП грузовой автомобиль перегородил дорогу, а пострадавших не сообщалось. Сотрудники госавтоинспекции уточняют все обстоятельства происшествия. Но если движение на Ряжском шоссе затруднено было после аварии, то у жителей Дашков своя история. Когда закончится этот коллапс на платном путепроводе моста Дашково-Песочня? Стоим по 1,5-2 часа, чтобы проехать 2 километра. Водитель рассказал, что коллапс на этом участке происходит регулярно. Причин пробки он не назвал. Однако именно в таких заторах шоферам порой приходится нарушать правила дорожного движения, чтобы доехать до места назначения. Например, за 1 марта сотрудники госавтоинспекции выявили 655 правонарушений по ПДД, а 5 водителей и вовсе поймали в состоянии опьянения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Шиловском селе благодаря прокуратуре восстановлено водоснабжение. Жители целой деревни остались без воды и из-за отчаяния начали сообщать о своей беде в соцсетях, а также обращаться в СМИ. Прокуратура района провела проверку, и как результат водоснабжение восстановлено. Подробности далее. Проблемы с водоснабжением в деревне Акулово Шиловского района начались после новогодних праздников. Спустя месяц бездействия компетентных органов местный житель записал видеообращение и выложил на свой YouTube-канал. На момент публикации видео 16 февраля вода в деревне отсутствовала вовсе. Вот, ни родников, ни колодцев, то есть питьевой воды у нас здесь добыть негде. Вот, кроме этого, у нас в деревне проживает много пожилых людей и семей с детьми. То есть также есть много одиноких пожилых людей, которым, в общем-то, и некому привезти воды. Платим мы за воду исправно. В течение почти месяца жители Акулова вынуждены были топить снег или ездить за водой в ближайший родник, который находится в 6 километрах от деревни. По факту этого обращения и публикации в СМИ прокуратура Шиловского района провела проверку. Оказалось, что 12 февраля 2021 года из-за неравномерного давления на водопроводной сети произошел прорыв центрального водопровода, в связи с чем Шиловское муниципальное предприятие «Теплоэлектросеть» полностью отключило подачу воды потребителям. В соответствии с требованием части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подтвержденных постановлением правительства Российской Федерации, потребителям должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное холодное и горячее водоснабжение в течение года. Согласно требованиям правил технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя России, расчетное время для ликвидации аварии на трубопроводах системы водоснабжения составляет 12 часов. В ходе проверки прокуроры установили, что по состоянию на 16 февраля шиловскими теплоэлектросетями ремонт водопроводной сети не произведен. С целью устранения выявленных нарушений прокурором Шиловского района руководителю Шиловского МУП снесено представление, по результатам рассмотрения которого 17 февраля произведены ремонтные работы водопроводной сети. Водоснабжение жителей деревни Акулово возобновлено. Кроме того, в отношении должностного лица Шиловского предприятия прокурором района вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. Оно направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области. С наступлением весны приходит не только пробуждение природы и возвышенных человеческих чувств, но и много необычных событий. За последний месяц количество публикаций в интернете на тему странного поведения людей увеличилось. Об этом говорят психотерапевты. Ведь весна и осень по традиции являются переходной порой для эмоциональных людей.
Изменения в настроении людей – частый спутник наступления весны. Для кого-то это приятные положительные эмоции, а некоторые люди могут испытывать дискомфорт и даже впасть в депрессию. Рязанцы в основном радуются приходу весны, пению птиц и первым мартовским лучам солнца. Они надеются забыть о затянувшейся пандемии и войти в новую жизнь. Был тяжелый год, да. Сейчас хочется, конечно, чтобы он был полегче и чтобы было побольше радостных событий. Специалисты-психиатры подтверждают, что россияне в этом году в целом позитивно воспримут наступление весны. Мне бы все-таки хотелось бы говорить не про ухудшение весеннее, а, надеюсь, про весеннее улучшение, которое нас тоже ждет. А то, что вот этот период, он действительно с точки зрения хронобиологии, хронопсихиатрии, биологической психиатрии, он действительно достаточно сложный, поскольку у нас меняются образование некоторых гормонов, нейромедиаторов, то есть это связано с особенностями нашего организма, таким мы родились. Если говорить о большой психиатрии, для некоторых людей нарушение серотонина-дофаминового баланса и секреции мелатонина приводят к малоприятным последствиям. По статистике, люди с биполярным расстройством или шизофренией действительно чаще обращаются за психиатрической помощью именно весной и осенью. Если с человеком это происходит первый раз, и мы видим, что человек загрустил не на шутку, если он говорит, что у него тоска, что у него ноет где-то вот здесь вот за грудиной, там камень какой-то, у него нарушился сон, нарушился аппетит, появляется идея своей какой-то малой ценности, он не может ходить на работу, безусловно, это обратит на себя внимание, прежде всего, наверное, родственников, да и самого человека. В данном случае рекомендация у нас одна, то есть у нас огромное количество грамотных специалистов, психиатров, нужно обратиться вовремя к ним, и в данном случае нужно не бояться. При таких обстоятельствах специалист поможет разобраться человеку в проблеме и выработать направление для улучшения состояния. Что касается легких колебаний настроения, как рязанцы, так и психотерапевты сходятся в одном. Это, наверное, от людей зависит, как они смотрят на мировоззрение. Какой тут упадок весна? Когда дождь, настроения нету. Когда солнышко светит, уже вот так тепло, мороз, нет, конечно, настроение весеннее становится. Очень часто мы сами являемся архитекторами нашего настроения, то есть того состояния, в которое мы попадаем. Это первое. Мы всегда знаем, как себя развеселить. То есть на самом деле это приятные знакомые, это хорошие друзья, это приятные хобби, какие-то времяпрепровождения. Это спорт, это прогулки на свежем воздухе, это обязательно. Горожане уже занялись правильным питанием и приведением тела в порядок. Например, при помощи скандинавской ходьбы. Вот хожу, вот этим занимаюсь, ходим. Мне уже не так мало лет уже, поэтому только вот ходим. Раньше катались здесь и на лыжах. Витамины, да, обязательно детям, потому что весна всегда витаминоз. Это... Какие-то такие последствия всегда бывают, конечно. Специалисты отмечают, если соблюдать предложенные рекомендации и не погружаться в уныние и дурные новости от окружающих, а общаться с более позитивными людьми, многие могут получить максимальное удовольствие от наступления весны и приближения лета. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно узнать о событиях нашего региона вы можете на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи.